Нам и падать не имеет смысла. Поэтому, когда, например, меня отделяют, можно, например, бластом их оттолкнуть подальше от меня. Чтобы у вас было время сломать стену и кинуть поле бессмертия. Может не диву взять, что ли? Можешь попробовать диву, но ты один хрен поможешь тут. Только если хавать эти Близзарды. Ну хотя бы, я могу хотя бы жрать тебе урон, который прилетать будет. Единственное, что тем, кто сможет наносить это урон, это Рейн и Мэй, типа, и все. Плюс тем более, если сейчас вот, например, фастом свичнуть Лусю, дать спидбуст на старте, а потом, когда все уйдут, свичнуться на Мерси и долететь. На парах. Чтобы у нас просто тоже какая-то скорость хоть была. Мы им тупо проигрываем позицию, и мы нихуя не делаем. Просто имею в виду, что такую фишку можно проворачивать. Тогда возьму Макри, чтобы у нас стан был. Так, мы сейчас даем спиды, идем в поинт. Че, мы сразу в поинт заходим и скорее всего уйдем? Нет, я предлагаю... Блин, а у нас видовку никто не может. Крайне нежелательно, но могу. Ну окей, ты забей. Я просто всегда предлагаю, если мы играем с видовкой, у нас можно ротацию на их сторону сделать и файтиться на их стороне. Они разворачиваются, ну, либо они стреляют. Либо, да, и вдова спину стреляют. Практически как финский круг на King's Row, только на этом, на Илиосе. Да. Так, куда вы сейчас идете? Все дайте. Направо, в чоук. Пытаемся перейти на их сторону. Эхо пар. Ой, эхо мерка. Не ловим лишний спам, лучше вот здесь вот пройти. А, у них манки, у них, видимо, дайв будет. Проходите, не задерживайтесь, да. Ребят. Манки встань, по. Вот, давай. У них. Манки лоу. Дива еще. А почему оборвался хил? Я баптиста подхиливала. Не вовремя очень. Ну, типа, я иду допушивать их в узкий проход и остаюсь без мерки в самый нужный момент. Поэтому как раз таки и важно, что вы должны очень быстро проходить. Нельзя вообще сжаться долго. Вас спамят. У нас есть пейв. Дива без шифта, Дива без шифта. Манки ловый. Дива без мих. Все хорош. Да. Отхилили его. Эхо ловая. Попасть на лоу. Второй шот. Слева, Дива. Я убил ее. Манки лоу. Мерса лоу. Мне сейчас мака копить. Мерса лоу на статую слева. Манков нету. Она одно. Они с левой. Левой колонны. Все, арка, они арки. Кейнун есть. Можешь из-под меня попробовать его сдать. Сейчас они найдут. Нет, пока ему эхо. Париген щит пока. У меня фул. Окей, можно пойти. Я не. Сдаю. Манки. Бакри, Ана половина. Эхо половина. Ана ловая. К поинту. Ближе к поинту, ребят. Упал. Мы без бапа. Эхо поинт. Эхо лоу. Она... Тинек. Она лова. Макри лоу. Эхо. Меня нет. Понял. Только танки остались. Все, дожать, не дать. Point. Стойте, поинт. Вперед. Померся, ребят. Инсфара. Нас пока двое, я на подходе уже рядом. Как можно дольше, по одному на точке. Убил её! Держите поинт ещё. Всё, хорош. Эхо свечено на три... А, нет, смотри. Макри. Теперь осторожнее, за мерсой следите нашей, потому что её могут... набить. Два хила по половине. До сих пор. Они по миду. Взяли. Игрока минус. Сломать.
Я умер. Я хеллоу. Дриса в бэке. Его половина. Сломали? Отхилили. Нужно хил очень. Надо хил. Я минус. Резу рейны. Осторожнее тут манки. Она одна. Эхо одно. Мерка на пойнте, мерка на пойнте. Треса за Кри, Треса сдохла. Все. Хватит ее толкать, ребят. Я ее так и убью. Хомяк на него. Бол. Хорошо, все. У меня такое чувство, что я за всю игру ничего она не сделал. Марк, постарайся в следующий раз ее не бупать, ты мне ее прямо из-под молота выталкиваешь постоянно. Я просто за ней бегу как идиот, у меня не спидбустов, ничего, и я еще должен догнать маленькую шваль. А что мы здесь играем? Рейн Дива разве? Можем играть Хок Ариса, но... Если они будут играть через пару, то мне пизда. Ну я через Рис, я говорю, Рис сыграть. Но я просто не знаю, как ты здесь будешь... Я просто не представляю, как ты будешь здесь Райном играть, я скажу так. Хочешь, я тебе сейчас покажу точно так же, как и на прошлой карте. Пойти по стороне и не идти там, где дырка. Логично? Ну, я солда возьму. Не просто по правой стороне опять пойти и пушить их. Сейчас вот, на самом деле выбор между вами двумя танками. Чем вам удобнее с друг другом сейвить. Ты также можешь дивы остаться. Просто тут, если вы играете Райнхардом, то просто через правый чоук играйте от мини. Потому что Райнхарду рядом с колодцем делать нечего. Его либо хукнут, либо еще что. Мы готовы? А, да. Да. Я прожимаю. Поэтому я сейчас направо иду. Давай. Впереди меня не иди, а то получишь. Рэнди. Я справа. Отделили? Собираем. Я тебе просто всю матрицу сдал, просто всю. Ну, потому что у меня команды рядом нет. Да, пофиг. Просто хиль. Дива меня не придамажит. Тут проблема в том, что контроля нет, чтобы контр это... Остановить их. Мейл. У меня свитч чисто матрицами. Лучшая половина. А где? Мейл, мейминус. Дива ловая, сломать можно. Дива минус меха. Рейн лова. Вот давай, макри. Убивай. Убили? Хорош. Ебати сверху. Че, тихо. Пошлите пока из-под моего щита поспамьте. Им нельзя давать выходить с ресурсами. Может мне тут матрицу спасать? Не надо. У них фолов, у них у Макри фолов, так что. Они справа. Не парьтесь. Да, все справа. Все, давайте просто вот здесь вот играем. Батиславы. Че, пускай они в нас бегут, а мы если что уйдем. Спам. Просто. Просто давите спамом. Дива тем более одна стоит. Мы сейчас фару сдаем. Дива можно забрать. Не. Уйти. Хорошо. Все, вы сейчас без Райна, просто дожимайте. Просто дожимайте. Хорош. Можно было даже. Я специально, чтобы Мейку посадить на место. А то этот швабра слишком легко о себе думает. Они направо по ХГ пошли. Опять, да. Да. По ХГ. Держитесь близко. А что если я туда меху запущу?
Можешь попробовать, но нам просто она для спейса нужна. Они сейчас без щита. Макри сзади. Окей, минус 3, да. Я Дива выкрыла. Они просто на культы сдают. Ай-яй-яй. Макри на пойнте, Макри на пойнте. Добьем, добьем, добьем его. Нет? Нас четверо. Я на своей стороне. Он меня убил. У меня Дива. Три справа. Они послезали? Визор, визор, я не могу выйти. А, нет, ну, два хитскана пикнули. Ну, не визор, я не мог, типа, он... Там два хитскана сразу вышло сделать. Еще матрица есть. Нам просто надо... Я умру. Убейте меня быстрее. Уходим, 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 уходим. У нас... мы без фара. Они без мэй, у них два хитскана. У меня шаттер есть. Можем по... А, у меня флешки нет. Летели. Они опять зажались на мине. Толк по мейну, пол КП. Они не ротейтятся под вами, они под вами, под вами. Солдат отдельно стоит. Дива на мне. Задирай. Рейн лежит лоу. Биг. Макри у нас спине. Макри спине. Лоу слева. Я добил его. Дива без мехи. Лусе лоу. А, мне сколько дал. Сол слева стоит, 3. Пидор на мили. Махай молотом. Нет. Лусе лоу. Лусе одно осталось. Давай. Солдат. Идем на мини. Визор, подходим. Успеешь? Да, я ушла, как я. Я лоу. Лусе пол хп лоу. Рано одно минус. Хорошо. Солдат. Лусяк. Хорош. Триса чувак. Трейсер сзади у нас. Да. Из рекола. Где сейчас века будет? Дива, можно. Триса лоу, сзади. У нас шина нету. Я могу резнуть. Давай, живешь? Я матрицу дам. Да, я живу. Дива на тебя. Дива. Камяк на мне лоу. Камяк мёрт. Дива. Лисёк пол хп, минус. Солдатом гоняю. Солд лоу. Хорош. Мэра. Мэра за углом, всё мне фа. Центр. Ах, успели, господа. Не собрались. Терми, мне приятнее играть на Диве, чем на Заре. Я не знаю. У меня поначалу так же было, поверь. Кстати, на этой карте нормально, Дива. Причем Рейн с Дивой это сложнее играть, чем Сигма с Рейном. Типа, если тебе недостаточно, я помогаю, просто говори. Пожелание пока да, есть у нас. Я бы на самом деле Дорадо тренировал. Кому сегодня должен? Играть Дорадо с Батистом? Что не так? Но если в атаке играть, то будет проблематично играть. Там хайграунды надо отбивать. Ну а Батист не может на хайграунд забраться или что? Ну один Батист заберется на хайграунд, а как Рейн с этими. Играть в терпилу придется, а это риски. Ну ладно, можно попробовать. Хорошо, а какие другие карты? Можем Макакузарю, я хочу Макакузарю на Дорадо, на Таки. Ну давайте, что Дорадо пишет тогда? Хочешь, можно вообще попробовать бол этот, бол Сигма. Я на Сигме играть могу, но я бол не уверен в своем. Так. Дорадо все согласны, да? Или еще думаем? Давайте Дорадо. Можем попробовать два счета сыграть какому-нибудь Джанкер Таун или Гавану. Я на минуту отойду, пусть ставят. У меня предрасположенности картам, если что, нет. Где надо, там играю. На Дорадо опять можно попробовать взять, типа Рейн Хомяка, и Хомяк попробует стопа скинуть кого-нибудь. Просто Рейн Хомяк там... Не, мы не будем его играть, наша цель типа с первого захода скинуть кого-то, если нет, свитч. Ну а я тогда Бола пикую. Или я РХ сыграю, а ты Болом. Посмотрим. Скажем так, если мне на Боле... Мне вообще такая идея, что-то мне нравится. Мне тоже не нравится. Типа, у них мэй была, типа, она... У нас получится такая же фигня, которая была в прошлый раз.
Если они тут будут играть мэй, то у них очень мало мест, где они будут использовать стену хорошо. А это, считай, только арка. А до арки им еще надо позволить нам довести. Поэтому они будут играть через что-то другое. Как по мне. Номи, ты сейчас на чем будешь играть из-за псов? Не знаю, думаю, солдат пикнуть. Вот, я как раз думаю, можешь мне эхо взять. Меня пока не пускает в матч. Не пускает? Да, на экране загрузки сижу. Смотрю на респу Дорадо. Мне тогда Мерсю, да, под тебя пикнуть? Да, давай попробуем. Я сейчас заодно Болу скажу, и стоит ли ему вообще катиться или нет. Чё, Черми не пускает тебя? Да, да, пока не пускает. Трабл. Хотя вроде все загрузились. Все, я все? В игре. Сейчас я им подарочек кину. Щит? Да. А зачем ты Алису взял? А, тут мы херню, да? У них скоро? Кто-то там. У них там кто-то дамажит так неплохо. Но они щит ломают в одно рыло. Либо Ханза там, либо Джант. Нет. Ну, скорее всего, фокусом ломают. Постепенно. Тик, 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 тик. Симметра. Джинкрат? Макри. Джинкрат. Макри. Макри, возможно. Да, что-то по типу Макри, походу. А сколько сносит? Они его долго не долбят, а потом моментально сносят. Готовы? 530, да. 190, 320, 10, 180, 10. Да, естественно. Я могу на манке, если что, сыграть здесь. Все, нажимаю. Ты просто там внизу аккуратно катись, потому что тебя слышно, блин, из нарды. Сейчас аккуратно, я щит поставлю. Ответка Ханзо. Да-да-да. Они да. Стоят напротив. Выходи, 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 выходи. Класс. А, ну все, забейте, пацаны. Ой. Типа, не харис сильно, да? Да, не харис слева стоит. Не торчите на точке, не торчите. Так, тут еще туретка. Охуенно. Ну все, уходи. Тебя там могут сейчас разобрать, если ты не уйдешь. Ну вот не особо разобрать. Все, можно, 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 дай можно, можно, можно. Мне бы в них спиды бы сейчас. Так, уйдем, идем, 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 идем. У меня щитов нет. Я налево ушел. С минус саппорт отходим. Я могу ехать. Давай. Давай. Ладно. Щита не было. Ну, да, Ханзо, щита не было. Торп по мне стреляет. Можно было. Сейчас. Сейчас от хомяка. Ханзо лаву ушел. Марк, тебе пора бы уже либо умирать, либо идти свичиться. Там Ханзо у тебя сверху, аккуратно. Да-да-да. Но я не умру. Они опять ХГ занимают. Он... Ариса... Просвет мне пинули, я вниз. Торпа нету. Так, ребят, если что, на пейлоде помогите. Нет, меня тут, да? Меня тут. Уходим, 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 уходим. В меня очень много идет. Пункнуть справа. Да просто, может быть, опять через фарбу стоит. Я не. Он. Я нет, пока просто не умирал, не знаю. Хорош, 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 хорош. Нет, что хаос творится. Все, торп стоит один, торба можно. Защиты, 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 заходим. Сигма лоу. Привет. Нет, что просто. Торба, 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 торба. Он один стоит. Сзади Мерси резнула Батиста. Батиста резнули. Ну. Батиста резнули. Отходим, да? Да. Я далеко. Пиксарифа плохая идея. Нет, ты хотя бы турели ломаешь, потому что это минус. Хотя бы минус по тому, что у меня щит быстрее падает. Опять фон гонем.
Поэтому старайтесь турель выносить быстро. Вот сейчас она половина. Они опять с правой стороны. Просто запейлот. Батиста забрать можно. Здесь минус. Все, хорош. Они бесап. Плохо. Все, хорош. А, ну классно, я на топ. Что-то ничего не сделал. Просто если мы играем Brawl, то нам, наверное, уже мерся стоит. Но... Как там цены, эхо можно повесить. Если эхо страдает, то хрен с вами. Я бы не сказал, что я с хитскана страдаю, я страдаю от Ханза, который постоянно попадает. Сигма на топе. Чё, опять Феникс врубили на Ханза. Просветка у вас, да. Топ слева, они на топ все. Старайся не пикать здесь, Макри, ты пока это... С фоллофом играешь. Да просто неудобно отсюда стрелялся где-то. Зайди. В храм, в этот. Церковь, зайди. Не пикайтесь. Я сказал. Yep. Все, пускай. Дива пускай может тащить, пробовать пейлот. Сигма наверху, внизу. Ариса лоу. Отхилили ее. Не могу пройти. Отлично. Я убил Батиста и Морталку. Хан задельный. Трое. Да, Мерса ресает. Мерса в ульте. Мерка половина. Одна. Нашу турели нету. Так, вы полегче. Они без драконов, а что они еще... У них бол. Рес есть? Ульта турба была. Пошла. Хан за половину на топе. Турель на окне. Болу забрать можно. Батис минус. Болу шоу. Турель на окне. Меня гном педофил бесит. Лава была. Бол половина. Турель. На топ. Так, ну чё, их ты оставляешь? Или меня? Бол ловой. Нам хрен добрать. Слушай, это скрим или цирк уродов, а? У них, по-моему, чел перепутал немного. Отходи назад, баб. Дива, давай и в следующий раз на топ зайдем, а то там и хомяк ловый остался, и Ханза. Ну, вообще-то мы сейчас должны как бы для Макри хайграунд освободить. Ну да. Ну я там сам пытался, я практически убил их, но не фартануло. Пошли Ханза просто, под бустом, все же это сложно. Все направо. Сейчас просто блочу хайнун щитом и идем. Фастом наверх, вас сейчас болт просто толкнет, если будете тормозить. Торп снизу стоит. Рано окно, подождал бы меня. Давай. Никого не вижу. Минус зайдет. Это было прям еле-еле. Турель снести, у нас сейчас сдохнут люди. Турель снести. Юра хил. Так, хил. Батист ловый. Батист без лампы. Вот поэтому компактно стойте при Батисте. Сигма лоу. Пойнт. Я тащу? Во. Эхо зря залетело. Я шифтом чистил. Нужна помощь, очень много. На пойнте. При Батисте играйте компактно. Не сплитесь. Вы просто сами покапите весь сетап. Пойнт. Я не успел бы в любом случае. Кто бы не успел. Так что, мне надо было на хп стоять, да? Да, тебе надо было помогать мне, как я просчитал. И Макри вообще мог не по миду играть, а играть отдельно от команды, занимая противоположную... Ханза под бустом. Я с ним бы не перестрелялся. Никак. Там чисто... Чуть ли не покет Ханза был. Ты не вей, просто играешь с порезкой дамага. Ариса Сигма давай. У тебя выбор невелик, ты просто можешь попросить играть эхо с мерсой на твоем фланге. Ариса Сигма? Так они
И были там, но я заметил то, что Дива на топ залезла уже. Я попросил, типа, зафокусить Ханза, чтобы с двух сторон как раз-таки. И... типа, Дива улетела просто. Не знаю. Пошли, типа, стреляем, что ли, с того ХГ? У них торп опять будет, понятно. Ну все. Батист. Наверное, ход этот не дайв, а этот. Ну, если мы двумя щитами играем, да, они могли джанка просто так. Ну и Ханза просто так взяли. Они, скорее всего, броу будут играть кого-нибудь. Я ему щит поставил, а мне щита будет немного, когда я уберу его. Может, давай ты туда щит поставишь, а я потом уберу. Терми, поставим ему щит. Тебя откадешься потом. Серьезно? Тогда нам уже сразу готовность надо, потому что у меня сейчас щит опять пропадет быстро. Не фара? У них может быть что угодно. В любом случае, ушки на макушке, и следите, чтобы у них также хомяк по низу не проехал, нас не столкнул. Либо же просто следите за шумом. Не топ, там обычно на фланге всегда палятся. Макри, Люсио, Рейн. Дива. Щит. Держи щит. Симметр. Тогда играйте аккуратно, да. ТП могут, ТП ставят, по-моему. Ломаем ТП, ТП ловаем. ТП минус. Плюс лоу. Если у них ТП, сразу оттуда валится. Рейн лоу, Рейн минус. Минус 2. Да у нас Ханза солд. Мы могли просто сразу. Дива пейл оттащит. Дива пейл оттащит. Батист. Макри без сейва. Тимклоу. Макри минус. Хорош. Дио под вами. Дио под вами. Внизу стоят. Ханза, помогите. Сейчас, тут Батист еще. Просто уходи оттуда. Я ушел. Марк, не беги так далеко. Вообще ХГ обратно займи. Они через эхо. Они эхо взяли, да. И хомяка. Хомяк идет. Хомяк на левый топ. Левый ХГ. Пидор мид, Дива мид. Проезжает. Батист мид. Покет эхо летит. Давай, бала. Хорош. Батист лоу. Контест. Мерся ресет, мерся минус. Я эхо не вижу. Дива, гнобим Дива. Хорош. Солдата? Вас четверо, я потерял. Солдата? Солдат мертв. Батист внутри, Не стагерим Дива. Так, ребят, тут эхо с другой стороны. Батист наверху. Вы без депсов. Я бегу. Я здесь. У меня бонг готова. У меня тоже есть. Но сейчас я сдавать не буду пока. Пол. Ну практически. Я с тобой. Двое на топе. Мерка половина. Бала. Ловите бала. Бала там. Минус мейн саппорт обратно. Бабло эхо хочет сзади. Минус 2. 10 минус. Солд ловый. Эхо лоу. Играйте закрыто так, чтобы у вас только одно место, куда стрелять могут. Ловая мерка. Они без саппорта. Солдат половина. Солд лоу. Можете выиграть. Просто похилиться. Нас на... Пол сзади. Лоу. С просветкой катается. Хил один раз. Окей. Было одно. Мерся лоу. Он в бэклайне, короче, одно хп катается. Арису, вся. Иди в угол, я тебя похилю. Право.
ползать, не слыша рису. Риса без щита. Стэшка есть? Бол ловый, бол ловый. Я была уже. Я умер. Сейчас бонга будет. У врагов бонга будет. Эхо. Без... Блядь, я отменил, ты хорош. Солда. Бол сзади, обменил. Бол сзади. Эхо по нему. Под лампой стоят. Лампки нету, эхо нету. Да меня толкает. У вас инсаппорта нету. Держи меня. Я на рисе, да. Толк минус. Бол спина, бол спина, Дзен, уходи. Бол ловый, бол ловый. Столить. Я с бонга приду. Они... Сумбру взяли. Сумбру, да, сумбру. Сумбру проистил. Тэблиц колодец. Аккуратнее, сейчас трейсер на сапог. Мёртвый дискорд. Они без лампы. Не отменили ульту, найс. Бонга. Трейсер на сзади была. Минус мерка. Сигма лоу. Бола. За окно встаньте, Ариса. Ариса лоу. Ариса внутри. Трейсер. На дзене она. Ариса, прикол. Найс. Капец, у них что торп, что это сомбра тупая как бревно. Один тот же чел. Пиздец, я не знаю, это последний файт, это полная жесть была. Я не пойму, просто чел постоянно ходит с ПКМом, пытаясь хакнуть Арису, которая в футбай стоит, и которая уже новый щит поставила. Но мне она отменила ульт, Сомбра. Просто анлаки, а я просто смотрю на этого идиота и думаю, с молотом пошел на фулл хп Райна, потом пошел хакать эту золотую Арису. Я бы посмеялся. Арту теперь они так прямо выбирают, да? Да, очередь. Они от спам композиции так валятся. Я предлагаю также попробовать с эхо слева пройти, либо с фарой, чтобы к фарту заспать. Или эхо, или фара слева зашли, да. А все остальные... Эту кондичку включу. Так. Я, наверное, возьму солда поспамить с вами. Или нет, возьму Ханза поспамить. Пройдем слева понизу. Может быть, через чок попробуем сыграть? Просто будем ждать, пока не нафармится шатры, не нафармится... Типа, пока ему Батиста? Давайте посмотрим сначала, что у них за стаб будет. Может, мы сможем просто зайти. Может, не сможем. Посмотрим. Я бы даже предложил, наверное... Давай. Говори. Я вообще думал дабл AR попробовать. Ну, можно, конечно. И тогда в танке будет просто АФК стоять какое-то время. Болл с Зарей попробовать. Чё здесь? Здесь хайграунда по-любому надо контестить высокомобильным персонажем. Я просто думаю, сейчас фару слева... Я просто скажу свое мнение. Просто можно взять пикнуть Рейна Зарю и стоять в этом чоуке, который на КГ, и просто нафармить себе окно, и через окно зайти. Я думаю, знаешь, как сейчас пробовать первый. Фара слева летит, типа смотрит, потом с фары либо по центру, либо слева облетает, смотрит, то у них, если есть возможность, мы проходим понизу, туда прямо, направо, к ним, где обычно Аня сидит, типа хилит в окне, и там уже оттуда их отстреливаем. Я вот либо думаю, что может быть у тебя мерсу спереть. Что когда я буду энгейджить, то мерса меня будет придерживать. Ну, когда я с тобой буду. Да. Поближе. Либо ты можешь, знаешь, как сделать? Ты попробовать подлететь, бластом скинуть весь мусор с ХГ, а те, кто остались, их просто задайвить. Ну, может. То есть мне макаку и карту. Да, приглядывать за мной. Ну, тогда больше... Как сказать? Когда у Винстона прям мало, он сразу откупляется. Да, от меня, да. А ты его подставил, Винстона. Он прыгнет в толпу, я так поняла, его бустить. Это тоже имеет смысл, но я думаю, что меня... Эхо лоу. Меня будут бить. Крыса. Крыса лоу. Так, ладно. Жду следующий бласт. Бабка поближе. Бригитта, Аня. Там дива жирают. Сложно. Они еще за углом стоят.
Да они залетят сразу, типа я скинул бригу, но можно диву задавить. Ну, типа тут некого скидывать. Они сами меня затолкали обратно. Все, давайте, просто форсим их идти на точку. Все, форсим их идти на точку. Это присолол. Только баб, ХГ займи. Брига в спине, 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 ребят. Танки лоу, оба танки лоу. Победи его лоу за поинтом в проходе. Дива, ой, Трейса лоу. Ребята. Да, я танков добивал, сори. Бригитта была в спине. Мини-дива поинт. Не успел. Все, хорош. Так, наперед прыгай немножко, Марк, идем. Все, мне бабла нет. Эхо улетает, можешь догнать ее. Нет бабла, нет бабла. Найс. Все, все, уйду, уйду, уйду. Ладно. Бабку, 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 бабку давайте. Да, давай, жмем ее. Она на ХГ поднимает. Да, просто да, лови, да. Лови ее на выходе, лови на выходе, лови на выходе. Да. Хорош. Все. Можно трассу? Нет бабла, нет бабла. Все без рекола. Иди сюда. На шашлык пойдешь. Все, все, просто старайтесь спамить выходы, чтобы это. Эхо лоу. Эхо лоу, она на мертвый внизу. Они ничего не свечили. У меня бараж. Есть. Так, баб, давай. На топе. Тренировка. Макаку попадать. Да, да, я на ХГ стою. Они на ХГ, они на ХГ. Все, да, хорошо, да, да. Спасибо. Я сейчас их могу праймлом потолкать. Постарайтесь побольше повести. Да, на Гимстон. На мне. Нет бабла. Манки пол хп уже. Триса бомбу скинул. Минус 2 ульты. Дива лоу. Триса лоу. Сорян. Какой себе бараш. Ладно, ничего страшного. Мой косяк. Да, пофиг, они все ловые стоят. А, мерка давай, добьем их. У нас бы видео, как бы. У нас бы видео стали лопейло. Ок. Но он, ну, он один вообще. Ни одному страшно, просто там она была где-то. Да просто да. Дави, они без давлю, контроля. Давлю. Ага, я под банкой 100 хп, все. Четвертый ульт там. Все, спокойно, спокойно. Он фидит, он фидит. Просто там мана была, я боялся, что она меня слепнет, а не тебя. Ну, я слеп отловил. Граф дракона. Да-да-да. Поэтому я попал в бан. Аккуратнее, Сэш. Да, она подходит. Но она попадает, кстати. Ладно. Ник сумбры еще есть. Мне прям твой заря. Постарайтесь поспамить, чтобы. Да, будь готов по дракону сдавать, окей? Да я за тобой. Эшка половина. Винсон на топе половина. Она бомбу хочет сдать. Винсент половина до сих пор. Так, ребят, ребята, у нас сейчас нечем будет сейвиться от бомбы. И Треса сверху. Ой, Сомбра сверху. У нас Винстон. Манки фидит, манки фидит. Диву зажать. Двоих грави поймал. Где грав? Бомба. Ну, два на два. Да, на Эшпи. У нас четверо осталось. Ну все, все, это регрупп. Ну, могли не стараться выжить, просто бы меньше нафидели. Отойдите. Манг тоже нафидил. Мне пол дракона. Так, так, Марк, ты один. Я с вами. Эшлё. Аня лоу. Сомбра на топе без... Топ. Ладно. Шо? Она слева. Она слева. В инвиз ушла. Она без ТП. Где-то на ХГ была. У нас граф дракона, точно? Нет, уже были. Окей, я пропустила момент. Я не знаю, где у нее. Они на топе половина, два танка Дива половина. Лоу. Дива минус. Дива я лоу. Сейчас буду Дива бараж минус. Давать. Где Дива? А, она умерла, окей. Окей, я манк. Манки лавый. Добил. Можно убить Боба. Меня взломали. Сомбра справа. У нее ТП справа на мини. Все, они без апов, они бежат. Бригиду. Дива слева. Бабку лоу. У нас спине, Дива, все, Дива лоу. Манки пол ХП. Я должен кто-нибудь выйти с респой. Победил. У нас мейн хила нету, я сейчас треснула. Брига вышла, брига лоу. Треснула. Трасса, трасса, трасса. Саня, трикола. Бригалов. Трасса, трасса.
Капец, я не пойму, что они творят. Может, что-нибудь тренируют, типа Сомбра? Ну, скорее всего, да. Ну, Сомбра, не знаю, такое у них. Они на каждой карте играют разными сетапами. При этом они жмутся. Они нам просто поинт отдали, потому что они решили вообще никуда не прыгать. И причем у них Брига стояла просто позади вас на хайграунде. Она вас випом бьет, вы на нее просто хуй забили. Я на нее прыгаю и потратил... Ты говоришь, минуту. Типа где-то на спине, но я не понял, где. Она наверху была? Да, она была наверху. А, тогда понятно, как там видел. Танки были, все ловы. Типа, бля, я вообще добить. Держал чок, типа, там эхо мертва было, там Анька стоит в чоке, ты и два танка лоу просажены были. Я туда, блин, пошел, а ты в Бригиту прыгнул в бэклайне. Ну окей, просто чтоб Брига не раздавала паки, потому что когда она дает пак, еще плюс випом хил дает, вы ее хрену кого убьете. Да, не знаю, спокойно вроде раз. Так, мне мака... Зарю или Ди убрать? Лучше Зарьку, наверное. Да, Зарьку. Тут через дабл-бабу хорошо идёт. Право держать, если что, вы со мной да, раз у нас Зарьку, Ханзу возьму. Я не понял, а чё у меня кондишка не работает? Давай... Я бы Зена взяла, но там Сомбра и... Ну там Дайв. Они могут его так же взять просто. Луська? Луська или Мойру? Можешь Луська, либо Бригу. Окей. Обычно тут Брига сейвит эту, Аню, но так как у нас Батист сегодня в меню, так что... Сейвишь меня. Да не толкай ты меня! Сразу предупреждаю, Лусёк, я такой себе, поэтому... О, ну наконец-то! Ну знаешь ли, я тоже был такой себе, но я играю на боли. Что? О, у меня на секунду клавиатура отключилась. А куда мне идти? Мне к вам идти? Идёшь на тот хайграунд. А мне куда? Где я стою? Здесь? Да, отсюда и спокойно удержишь, скажешь, если что, и бабу раздашь. Луську и лучше, наверное, сейвить Зарю, потому что в нее будут врываться. Ну, если да. Она словит лишний дэмэдж и не сдобровать, поэтому... Ну, на пустах убежит. Если появится враг, просто увози ее быстрее. А я туда запрыгну, если они пойдут по ХГ. Мне бабл тогда. Я тебе в любом случае бабл буду давать. Ну, лучше по колу. Дай бабл. Да, вот так вот. ГГВП репорт, он не дал бабл вовремя. Пожаловаться, удалите друзей, заблокировать. Так, Терми, я люблю говорить своим другом... Когда я играл с своим другом в овер? Когда? Теперь он не играет в овер. За что ему респект. У нас была такая... Короче, гудговор. Если он не получает АДГ, я ему даю репорт. Если я херново отыгрываю, он мне дает репорт. Короче, каждый раз ладья ловил репорт, потому что он получал ПТГ. Ну, видишь, аккаунт не забаненный. Да, баба. Плохие репорты он составлял. Мы вообще, в принципе, готовы, да? Там дабл бабл. У них дабл бабл, да? Да. О, ребят, я спрятался. Бабл дабл. Подальше лучше обойти, стой, чтобы тебя не заинтересовали. Вот здесь, типа? Чуть подальше, вот где-то вот здесь вот на арте. Ну смотри, под... Крайдер, вот здесь вот не попади. Да блин, лучше стань туда вот, и там где вот, на углу, и все, там стой. У них была Сомбра, но скорее всего еще свичнут. Сейчас там у тебя будет солдат рядом, и если что. Смотри, чтобы вас хан занизу. Да, там Сомбра будет. У них дива. И трюса у них. Ну все, тогда имейте в виду, что Батист у нас... Я ухожу. У нас Батист самый уязвимый будет. Все, ждем, когда они прыгнут. Кто внизу идут? Нет, ну, справа. Кто-то подо мной. А вон. Сомбра на мини-стадии. И Треса, наверное, сюда пройдет. Все, ожидайте. Да. А снизу, Треса снизу. Ожидайте Сомбры тогда, да. Сомбра без ТП. У меня. Все, хорош. Не гоняйте, держите позицию пока. Так, ребят, я сейчас проскаучу. Я слышу Диву, где Дива? Минус. Они все снизу сидят, тебе помочь? Все, они без липа, они без липа, хорош. Все. Ана ловая. Все, где баб, не где добил. Баб? Где мой баб? Баб, похиль, пожалуй. Они ушли.
Батиста бы тоже захилится. А, у них заря теперь вместо дивы. Нет, заря была. Нет, не было дивы. Так. Не было. Можешь продолжать пока спамить. Давай, вон там брига, кстати, стоит. Там брига стоит, чилит. У нас Батиста что-то убивает Ана. Можешь похилить, пожалуйста? А чё Батиста тут стоит, что он получает урон? Не знаю. Ана ловая. Где они? Справа дрочится. Можешь кинуть эту просветку вниз? Они вот здесь, где-то справа. Чё прыгнет? Короче, они на правой миге дальние были. У них бабка MVP, она попала больше раз, чем Винстон. Сумбр опять маяк поставил где-то. Я не понял. Хорош, тогда аккуратнее, солдат сейчас увезли. Крица на топе. Все на зарю прыгнули. Винстон половина. Винстон лоу. Найс. Зарька с трясой снизу. А, тряса ловая. У меня рядом. Зарьку добавить. Все, окей. Где бабка? Где, где? Она вот здесь вот у меня справа. Иду. Может, а, ну ушла, да. Все, ладно, забейте. Ушла. Просто по позиции, просто. У меня визор будет следующий файт. Ничего не свечует. Готовились. Бля, ребят, я вообще абсолютно нихуя не делал, я просто стою и спамлю, блядь. Я тоже. Я просто тоже. На топ идут, Винсон ловый. Так, готовь, Марк, сейчас они к тебе могут пойти. Они все на топ лезут зачем-то. Я сейчас праймал точно проезжаю. Орленок, если что, закомбим, ты где? Я здесь. Все, если что, сразу комбу уже в моем, без разницы. Давай. Винстона, nice. Ебать, ты его вырезал просто! Да, это имба, это не контрится, можно сказать, по урону. Добил. Даже ракеты не понял. Три ульты, конечно, дали, ну ладно. А, какая? А, ну Винстон, ладно, пофиг. А, не думаю, что у них ульты вообще есть. Ну, в принципе, тоже верно. Мы еле-еле сами докопили-то. Я, блядь, я просто купил 63 ульты. Ребята, имейте в виду, что они сейчас просто через все ульты пойдут. Тихо. Она сзади была, она где-то здесь была, да. Она вот сюда прошла, у меня будет. Аккуратнее, аккуратнее. Позиции не терять, и Ханза продолжает это. Да, на Винстон. Сомбра в спине. Сомбра сзади. Трейсер на поинте. Нет бабла. Брига половина. Манки половина. Трейсер в спине, на мне Батис похилит. Я вниз дронулся, мне нужен хил. Меня хапнули. Солограф! Аккуратно. Сомбра поинт. Фиксаловая, найс. Nice. Они почти через те ульты зашли. Все, ребят, просто беритесь. Я, да не понял, лучше так не выживать больше, солдат. Да, я знаю. Ну, на реакцию просто. Мне просто утащить. Ребят, наш хату сдал дракон. Я пошла за ним. А, все. Я им в спину сдал. Да. Мне просто интересно, наш Ханза сдал дракона в их гравитон? Да, чтобы вас защитить. Да, щит хеппинс. Так, ребята, мне сюда помощь нужна. Как? Сейчас залезу к тебе. EMP должен скоро быть. Сомбра где-то справа. У нее по-любому уже EMP есть. Отдельно тогда стоим. Да, стоите расплитенно. Сомбра у меня на топе была. Тут брига еще. Nice. Я поймал граб, бои. Мы можем, кстати, погодите, ребят, тут где-то брига рядом. А, все, вот, они на поле. Зарю добить. Найс. Аня лоу. У меня визор есть на следующий файт. Похильте 20 хп. На топе за тобой Батиста. А, спасибо. МП не было. Я серьезно, я заряда же получить не могу, блядь. Я бегаю призарядить 20 просто. Всю игру, потому что они тупо урона не наносят. Забей, это нормально. Ты тут как сейвер играешь. Ты просто играешь со своими саппортами и просто сейвишь их от энгейджа. Манки половина. Мне Собра бьет, сзади. Она слева на меня. Винсент половина. Там это писало. Винсент надо бить. Найс. Вот, заря. Зарю. На поинте. Я взломали. Сомбра, behind. Зарядим. Добьете. Минус. Давай, выкинь их. Или нет. Ладно. Дрипло, мёртва. Я на топ. Чё, тибэгать собрался, Марк? Я всегда, когда кто-то спит, я тибэгаю. Всё ясно, блядь. Извини, в привычку вошла.
А они тут, и я пидер. Винсент половина, Винсент половина, можно убить. Сломали. Так, я зрелоу. Отходим, отходим, отходим. Мы успеем тащить? Лучше на пейлоде было умирать. Вы не давали метры. Успеет тут тащить? Я не успею. Я думаю, не будем тащить. Вряд ли, но мы можем зато хотя бы хайграунд занять и просто на них сверху упасть. Он брожу на топ. А, на лову. Я стою на лоу-граунде, я им карту не буду давать пуш. Опа, у вас рядом Собра, да. Манкин справа на меге. Винсент половина. Брига половина. Ребят, я лоу. Окно сзади. Угу. Можно даже было бы забить. Так, так, зарю можно. Да. Она под баблом была. Так, вынейт. Мне уже хил очень нужен. Тихо, вебисап. Уйдите в респу. Нитриса нету? Винсент на мне. Половина. Поэтому я и говорю, в респу зайдите. Я зашел к тебе, Винсент. Все, хорош, у нас есть пик. Прыгаем. У нас два пика. Спокойно сходим. Нет бабла. С брига осторожно. У меня сейчас гра будет. Граф? Давай, хорош. Бригу. На меня плюску повесили. Эльса одно, без рекола. Аню за поинтом убить надо. Бриголовая, добьешь? Найс. Триса лоу. Так, я и мне хил, и мне хил. Триса мина. У меня визор будет. Бабка еще придет, бабка идет. Хомяк на поинте. Там спорт перехватывает, окей. Его. А, все. Это нормально говоришь, что изи или нет? Нет, это дружеский скрим, успокойся. Это чисто, когда обе команды... Не, вообще хотели, чтобы мы проиграли им, так, типа, говорит, искали посильнее. Что, типа, не посильнее, мы проиграем, будет что разобрать. Что-то, типа, тренируют. Ну, первой карты я бы разобрал. Первая карта тяжелая, да, была. Не, ну когда чел кидает транслокатор посреди поинта, его ломает. Терми? Чего? Ты на месте, а просто ты так ты резко прекратил говорить так. Да, у меня с микро, видимо, проблема. Пожелания по картам есть? Нет, главное не Анубис. Дайте Ханамуру. Ханамуру? Блять, вот точно не Ханамуру. Зачем? Если Ханамуру, то ее через Сомбру играть, или не надо. Давай тогда Вольскую. Вольскую можно. Еще можно, кстати, попробовать. Давайте. Но это игра до 6-6, блин. Да какая разница? Скорее 0-0, 2-0. Мы это за час сыграли. А я думал, 2 сидеть будем. Ну вот. Вот я и говорю, что за час обычно заканчивает. По идее, если мы красные, мы сейчас в атаке будем на Вольской. Рейн, как думаешь, куда лучше пройти? Налево продавить или вправо? Или по ситуации, типа, созеркально, если они справа стоят, то мы влево, если они слева, то мы вправо. Мы просто в правый коридор можем пойти спокойно, занять ХГ, и оттуда настреливать. Нет, смотри, а если насчет зеркалки, вот они держат правую, типа, сторону, типа, автобусы их разделяют, мы тогда влево сразу сваливаем. Ну, или да. Наоборот, они держат лево, мы тогда справа сваливаем. Да, можно так. Мне если тогда мы... солдата прикать, я думал, если, пару. Если мы играем от спам композиции, то нам, да, нам нужно держать как можно дальше дистанцию. Следовательно, мы играем зеркально. И не пару только можно, в плане на самом деле, компа, а не только в плане компа, но и в плане позиционки, дистанции. Да. Да. Ну хорошо, давай, говорю, так и сыграем. Но здесь они мейки играть будут, я так понимаю. Мы через харды. Я могу через окно залезть, фар, скорее всего, прилетит, Дива может влететь в стенку, Батист сможет, по идее, рикошетом откинуть эту лампу через арку. Блин, вот я бы сейчас брик взял.
Ага, конечно. Кто у нас из депсов играет этих персонажей? Никто. В этом минус, кстати. Термик, как ты говорил, Думфис, Гензи, нам... кто еще? Думфис, Гензи, солдат. Да ну, солдат классный. Не, потому что знаешь, почему он в этот набор входит? Потому что он все-таки реально по ориентации его пидор. А. Ну тогда просто втроем влетаем на топ сейчас и ломаем слав кому-то. Ну почему нет? По-моему, не, будет. Погоди, ну, как, первый как поинт кто, даже. Марк какого хрена тогда и взял? Не, можем свичнуть на типа Райана, и я тогда солдика пикну. Но, по-моему, будет удобнее на фаре. Не, нормально. Я думаю, Ханза типа поднимается в окно и через окно настреливает просто, и все. Ну, нам все равно щит нужен, который на всю остальную команду пройдет за собой. Но Ханза еще, блин, попасть надо. Я так понимаю, мне еще и Диву, да, иногда можно страховать, потому что да нет, Дива не надо. Ничего? Ну, нет, Дива должна сама плюс-минус. В смысле? Ну, если без Винстона, ну... На Дива терпимо еще. Дива не заря, вообще подставляться не должна. У Марка матрица есть, чтобы мою задницу затащить до угла. Если что, Батист должен подхилить. Ну да. Просто в момент, когда я начинаю проулиться, например... Когда делать так вот примерно, все. Или знаете, что еще могу предложить? Можем продолжить ТП на центральную позицию, либо. А, и насчет этого я забыл, короче. Тогда ты будешь у нас теперь всегда на симке играть, а то сказали, чтобы я не играл на. А... Типа я не против, конечно, на них играть, но я типа хитскан и знаю. Не, я не против. Не, я наоборот на хитскан не хочу садиться. Ну тогда ну, будешь пикать вот это все говно. Подожди-ка, подожди-ка. Вы отнесли симметру к прожектайлу? Это ну, нет. Мне сказали на симке не играть, типа, чтобы хиткан был всегда, грубо говоря. Если нужно, то сразу пикнул, свичнул. В Overwatch лиге обычно хитсканом как раз играют хитскан. Это, симметра играет. Не, ну я бы не против на симке, у меня очень хорошо на ней получается. Нет, можешь играть. Мы оставляем так или меняем? Да, наверное, гуляем. Так идем. Зеркально проходим. Зеркально проходим. Мы слева проходим. У меня, не, у меня нет плюсева так, чтобы тащить. Ну, я спокойно пройти. Пикнам. Кто из вас запускаем? Кого? Запустите. Это мафия, что ли? Там кто-то летает, я так понимаю. Осторожнее. Это эхо. Ханза? Нет. Да, Ханза под бустом стоит. Четверо на топе. А-а-а. Там дайв. Просто пошлите направо, пошлите направо в этот коридор, 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 коридор. Выйдите, я их пока поотвлекаю. Фармерс сами по себе. Есть фарми. Все, давай, давай, давай. Анзеловый. Ресы. Идем, 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 Меркало. Идем, идем, идем. Не останавливайтесь, идем, идем, идем. У нас есть. Че, манки фидит. Диву, 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 диву. Диву без мехи. Хорош. Че, я на поинт, я на поинт. Эхо минус. Мне хэд Ханза дожил. У них бабка. У них бабка, бабка улица, куда я смотрю, ребят. Да туда посмотрите. А где бабка? Нашел. Бабки тут нету. Все, вот здесь. Где Ханза был? Диву сломать надо. Где она? Просто там обычно никто не стоит, и у меня определения этой территории нет. У меня бараж будет. Мерка полетели. Все хорош, мы тогда ждем твоего облета, ты можешь это фланкануть. Угу. Рейн, пойдем на топ сначала справа. А, ребят, давай вот здесь просто пройдем. Блин. Я хотел по платформам. Тихо. Платформам, давай попробуем. Уже поздно, уже поздно. Не знаю, не летай, а то спалят. Фара авторские права отобрала на этом. Можешь вот туда зайти, где просто свет. Минус. Дать окна наверху. Форсим их на точку, форсим их на точку. Райн ловый. Давай, Райн. Бабка наверху. Она на дива на мне. Я на бабку иду. Давай. Я помогу. Дива лоу. Ну солдат справа. Я умер. Скинул тебя, сори. Я убил солдата. Бэби диву справа. Мерка. Не ресет. Рейн справа. Райн половина. Убил. Райн пусть, Райн. Баптист по мейну идет. Эхо, nice.
Просто две ракеты сразу ханзы. Верка даже потерялась. Ну неплохо их отдавили, они нифига не поняли. Не, мне просто стало страшно, потому что я увидел как раз таки Ханза, и я думал, он мне просвет уже кинул. А он ой, просто стоял. Я хочу в заре поиграть, можно в заре? Да. Да. Я в защиту солдика здесь пик, окей. Да. Кто тебе запрещает? Ну, не знаю. Рейн заря... Мало ли для пика лучше Дива? Нет, это зависит как раз таки от комбинации танков, как вам удобно. Можете там все собраться, ребят, сейчас я приду. Я просто ебал людей, которые играют на Мэй, я просто их, блядь, ненавижу. Не, я люблю играть в связке с Мэй, но против Мэй я вроде иногда на... А вы все на топе? А у нас кто-то играет на Мэй? Нет. Ну было бы неплохо, если честно. Но у меня в категории Б в тир-листе. А, ну хоть что-то. А, мне тоже надо свой тир-лист еще перетаскивать. Ну, наверное, сделай. Ребят, зацените. А что ты не сделал, стоишь, а не внизу? Я просто пришел сюда, у меня вся команда здесь была. Ну вообще, по идее, вы можете вот здесь стоять, Солт останется тут на топе, а я там с вами буду стоять внизу. Вот здесь вот с вами двое. Я бы здесь там останусь, если что, сразу за комбин. Да-да-да. Нет, okay. Эта комба такая приятная. Ты большой, синий, у тебя розовые волосы. Ну, мы не рейди, у нас нет лампы. Большой синий розовый волос. Какой КД вообще у лампы? 25. Нет, русское недоразумение. Я выгляжу, как моя модель выглядит сейчас? Адекватно. Ну, с ней ничего не происходит, типа. Она просто... Я поспорил, она трясется. Просто. А, подожди, у нее нога сломана, вот эта вот правая. Она как будто эту арку держит на своем горбу. Потом это, может, на записи посмотреть. Ребят, ну что, мы готовы? Просто их принимаем? Думаю, да. Но они, вероятнее всего, могут опять играть дайвом, следовательно, они будут просто прыгать на точку. Имейте в виду. Ну, если что, с батистом убежим. Старайтесь просто кучку размещаться. Ой-ой-ой, извините, я случайно хью нажал. Да, давай пошли за спайм респу просто. Идем. Давайте все вместе за спайм, может, а войско кого-то заберем. Я не хочу, мне долго забираться. Да, только может быть с разных сторон тогда, чтобы это... Все не попало. Чтоб все ну, в а матрицу у нас успеет? Не попало. С разных сторон просто, чтобы в матрицу не попало. Ой, у меня что-то пролагало. Все, ладно. Все, уходи, уходи. У них симка на топ. Ханза, сможем сразу сломать с Ешкой? Да, давай. Куда телепорт у них? На топ будет. Сразу зафокусим его просто. Ракеты я не буду сдавать тогда. Рейн бабла нету. Все, понял. Сколько? 5 секунд. Проходит. Бабла нету, все. Смотри, прошел слева. Без флешки. Райна. А, не надо. Все на топ, Цен, уходи. Уходи. Ладно. Хорош. Они с него ХГ на другое, походу. Подними. Бабла нету. Я покойник! Да, я покойник. Блин, там шаттер не прошел, а так было бы отлично. Меня скинули. Да пока. Макри один стоит. А, там топил уже сзади. Ладно. Я не думаю, поняли просто. Другой ХГ, типа. Да блин, ребят, тут еще тоже мой косяк, я забыл, что мы спам больше. Я не люблю вырос терпеть. Я думаю, надо а, никого не вижу. Скажешь, когда они начнут проходить, чтобы я позицию сменил. Так, надо посмотреть, чтобы лево не телепорт не ставили. Чекать. Я посмотрю. Ну если что, скажите, когда они налево уйдут, я сразу сломаю. 27 есть. Налево потихонечку идут. Нет. Не щитом. Они вроде... Два фаерстрайка и просто максимум урона. Хорош. Они бомбу с этим делать будут, с телепортом. Телепорт ставят. Куда? На поинт. Да, поинт. Все ульты. Меня симка выжигает. Баб на топе ловой, спрыгнул вниз. Симка ушла, она справа. А, убили. Захавайся, Сол. У тебя сзади. А как она здесь? У меня сейчас игра будет, ребята. Я хомяка беру.
Мне 13% балл. Диволоу. Да, диволоу. Димек? Там один. Если нормально, то... Турели по центру. Ломаю. Бэби диволоу, бэби диволоу. Побит убил. Поинт. Я точно, я точно, я точно. Окей, меня заклеймит. Макси забрать. Турели сломать, турели. Не успел. Сейчас по одному точно. По одному точно. У нас минус. Блин, ладно. Не, ну ладно, мы быстрее его захватили, так что норм. Ну, тут... было непонятно просто, что они вообще хотели. Да, тут СТП как-то вообще у них. Не, у них это было предсказуемо, что они занимают ХГИ, просто если мы поодали от них, они просто в нас СТП дают, и они играют брол. Они получают то, что хотят. Я поэтому и говорю, типа, надо к ним идти и просто их там ловить, пока они ТП не сделают. Но я могу быть неправ, так как у меня спам-комп был. Но им в затылок, вот когда на лестнице стоял, там можно было фри-пик дать, это точно. И там шаттер не прошел, обидно. Если бы он там прошел, там бы просто все легли. Реально. Ой, кто эту карту играет? Сейчас мы... На атаке можем Рейн, не знаю, чем-нибудь сыграть, или Макаку с чем-нибудь, например. Нет, я, наверное, здесь Арисой буду играть, я так наоборот. На атаке? Да, я так Рейн думает, давай по Эрдшип сыграем. Нихуя, да? Нихуя, дядя, нихуя. Не дают сказать. А, ты мерку, да? Я слева просто пройду у них. А у тебя есть скин? Да нет, скин. У меня базовые скины, откуда ты знаешь, что у меня скина? Здесь скины не включены, это все к хосту лобби. Хотя я вот так поеду, вы не против, да? Давай. Он поехал. Просто вселят ужас. Да, с волыной за спиной. Да, конфетти. Я фейерверк запускаю. Сейчас прикинь его просто в просветку, мы его толкаем. Дайте его ДПЛ, так вот прям начнется атака, мы будем его толкать. Давай, давай. Подождите, надо еще левее его потолкать, так хорошо. А потом ты встанешь, сам сядешь, ну? Конечно. Да. Старайтесь не шуметь, Марк. Я? Да. Я? Да, я вообще летаю. Возьми хомяка, пошуми с выстрелами. Скажи, что ты на хомяке играть будешь. Просто рядом с линией встаньте, если что. А то вдруг они сейчас рейди нажмут. Так, я пойду с краю посмотрю, что. Может они вообще рядом. А отсюда так. Ничего не видно. А вот отсюда, если посмотреть, то иногда не, можно заметить, что там может быть броу. Ладно. Представь себе, что сейчас вот просто справа от тебя, вот там за аркой, может стоять броу. Понимаю, видимо, ладно. У них солд, походу. Да. А чё ты встал там? Мы тебя толкать. А, ну пошли. А, погоди. Все на топе стоят. Да. Видовка слева. Да ну. Ладно. Аккуратнее. Пока за пейлодом буду просто идти. Аккуратнее, я танкую. Я рисую. Солд лоу. А у меня было 0 секунд. Хорош, сейчас лампу дали. Куда вас справа внизу одна? Можем поймать. Солд лоу. Всё, я везу пейлот. Аккуратнее просто. Батис половина, слева на топе. Расстреливает. Батис, да, на ланге. Солд, лови его. Сигма лоу. Тут еще кто-то. Видовка была. Сзади солдат сверху. Где он?
Видели, какой щит поставил? А, погоди, мы батиста забыли. Солдат попрежнему где-то сзади шарится. Да, на топе. Он под бустом, аккуратно. Просто, как он фланкующий арис? Они здесь. Он пилку сдал. Я ушел направо на хлеб танк сдавать. Опа, минус перка. При сигма. Солд вниз упал, он до сих пор в спине. Я хочу его оставить. Хорошо, Ариса фидит. Солд на мне, да. Он отхилится сейчас. Дерби, ты контрпик давай, я знаю. Убил. Они без одного. Хоть кто-то меня слушает, да, Марк? Да. На топ. Пойду. Да, заметил. Сыграли? Я пошел на топ. Давай. У них видовка, если что-то викнуть. Меня пушат. Пулю. Я спрыгнул, сори. Я спрыгнулся. Нет. Там Ариса была с щитом, сори. Сигма еще идет. Отходи. Ханза у нас в спине был. Ханза на топ. Ханза смерка на топе у меня. За тобой Ханза, Сигма. Сигма минус. Да, я знаю. Мерса Ариса будет. Я бегу. Ариса половина. Отлично, пань. Ханза до сих пор в спине. Арису можно забрать. Ханза у вас в спине настрелила. Да, Ханза справа тебе. Ханза лоу. Да убил. Дива половина. Дива половина, лампу сломал. Я зажат. Те хилы ловые. Обойдем. Куда обходим? Пушим. Я с визором бегу. Не-не, я просто вокруг Хейлода, просто, чтобы миг ним. Одно лишь. Убил. Пошли ловить Ханзу. Он упал. Я его сейчас ЕС притяну. Нет, не получилось, ладно. Арису можно. Баптист, может, снимите, я. Ага. Надо за тележку, кстати, толкать. Дива. А, ты веревочкой ты тащишь его. Че у них там? У них у Дива есть. Драконы поинт. А, я почти отменил. Опа, Дива. Они морталку сдали. Дива без. Отходим, много ультов. Что они сдали? Они сдали матрицу, они сдали бонга, они сдали визор. Они сдали Валькирию, походу? Может быть. Аккуратнее. У них мека. Басика сейфте. Мека осталось только. Драконов они тоже сдали. Да. Солд половина. Ушел. Реса у них нет, солд умирал. У меня банга готова. У меня визора нет пока что. Сейчас широко выходите, чтобы он банга бустил. Дива слева сидит. Убить Диву можно. Да, ловим. Хорош, минус меха. Все хорошо, идем. Солд лоу. Ханза слева на меге. Хорош, все. Вот это я понимаю просто. А вот здесь есть для контеста. Как же я люблю визор с каким-либо бустом. Справа, это... справа болт, сзади болт. Сзади болт сейчас будет. Или с мейном. А че это? Убейте его. Пулю. Защитите, он один. Дива справа. Doom point. Дума. Дива лоу. Резы. Физ половина. Мини Дива поинт тащит. Охуеть! Я даже упасть на землю не успел. Не успел. Ханза. Бол. Я имею в виду мерка. Бол минус. Мерка лоу. Найс. Мерка. Ой, извините, что я бол кричал. Я перепутал бола с меркой. Капец, просто... Там непонятно, кого было. Просто на протяжении 80% матча иметь серебро на Арисе. Да я мало что сделал. В принципе, я только под ульты и некоторые пуши. Мне иногда была бронза, и в основном я сейчас играл без медалей. Да не, мы сейчас просто играли спам, а так как у Арисы 150 патронов, и особо насрать. Она просто спамит в эти щиты, а потом то, что сломала, она еще и пылит сюда. Оттуда и такая разница. Можно также сыграть в дефе, да, на самом деле. Но также ХГ занять. При этом... Я просто... знаю, буду чисто ХГ контролить.
Это честно, когда мы по рофлу играем Barry at Ship и при этом выигрываем? Ты думаешь, мы по рофлу играем? Я думаю, по рофлу играем. Я стараюсь. Но у меня все равно бронзу. Меня пытаются свергнуть с корабля. Мне скучно, погнали. Слушай, можно я представлю, что это Марк сидит? Можно я представлю, что это Марк сидит? Забивай гол. Ладно, ребят. До воды меня дотолкать, столкнуть. А ладно, ребят, open cage. Ты лучше всего играешь на ментанках, да, если не ошибаюсь? На Рейна, Риса, Макака. Да, и Бол. Но Бол у меня слабый. Если сказать, что вообще его не существует в моем пуле, то хомяк — это диагноз. А, значит, у меня диагноз получается, да? Десаперта играет на боли? А? Десаперта играет на боли? Десаперта играет на боли и словил тону хейта из-за того, что он выбупывает из-под блейда. Ну сейчас он вообще-то, по-моему, ушел из Overwatch'а. Не, играет. Ну, редко играет, но играет. Сейчас больше, по-моему, по колоранту. Я колоранта даже обучение не выдержал. Я просто пошел, ну, в жопу эту игру. Типа, я не знаю, Valorant-то как, не знаю, как КС-ка. Ну, да, так... есть КС-ка. Ну, просто так... вместо гранат ты обилки покупаешь. Да как ты сказал Гамилифе, Valorant клон КС, дайте ключ. Спалили, все. Ладно. Че, пару хан запекнут? Я думаю, матч уже начался. Да они последнюю секунду отменили. Налево все уходят, походу. Нет, нет, нет. Ах, тогда. Да уже. Просто переходим. Да, переходим, 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 переходим. Вот здесь стоим, все, они здесь. Фокус щита, где баст? ТП, ТП, ТП. Так, я отдельно стою. Дума, ребят, дума, ребят, дума. Ребят, куда пошли, куда пошли, куда пошли? Ребят, перейдите на пейлот, перейдите на ХГ, где я стою. А, туда? Да. Вау, не знал. Нам не ок. Нам вообще не зачем. Нам незачем их встречать. Мы просто стоим и смотрим, как они тщетно пытаются до нас добраться. Возвращаются направо. Диву, диву, диву можно. Дум как летит. Же он, как же он будет хвалиться, когда он 40к просто в матрицу поест. Так, ребят. Слева. Он им ничего не даст, за Думфистом следите. Он у мне. Лучше, 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 лучше. Нет, его как не блин. Я тебя жули! Вверху я нужен! Я на. Ладно. Вот поэтому и стоило Лусио ловить, чтобы он так не сделал. Мы еще успеем мозг законтестить. Считай, из одного кидрилы проиграли. Потом еще и Райан приехал, мог пригвоздить кого-нибудь. Не, он пригвоздил. А, пригвоздил. Ну, короче, не знаю. ТП над нами. Наверное, над нами. Да-да-да. Да-да-да. Пишите налево, у нас время есть пока. Они там сидят на твоем. А мы можем тупо просто пейлот отжать и все. Думал. Там мини-дива сидит. Прыгнул. Меня. Били. Все, мой. А у нас все умерли. Мы еще успеваем законтестить. Я просто контещу, потому что, блин, нафига нам. Ну контест, короче, я просто потом визор в спину сдам. Они нам просто тупо пейлот отдают, че, мы его просто отжимаем и все. Чё они там придумывают? Под нами стоят 2 часа. Мы контестим? Старайтесь. Ну всё уже. Да, мне кажется, у нас хуйня получается. Мне... А зачем? Ок, ладно. А куда мне теперь с тобой? Не, не надо. Сиди, сиди. Нет, нет, всё. У нас два танка умерли, два стекла. А, ребят, мы здесь? А, мы здесь рестнули. Мы все здесь. Ходим, ходим, говорю. А, нет. Ну я попытаюсь, но типа... Я спрыгну, короче. Чуть сломал. Уходите. По Рейну спам, по Рейну спам. Уходите, уходите, построю. Все. Бастик, иди к там, ты куда? У нас 6 ультов. Мы просто даже не. Смотри, сейчас пул и камень готов. Он ушел от тебя. Я один могу на топе, если мерку поможет. Раз, два, три. На поптисте сзади. Хорош. Понимаю.
саппорт нету. Мы без хилов. Понятно, отходим глубоко, глубоко отходим. Отличный шаттер. Отлично, они сдали ульту. Зря. Ломайте стену, ломайте стену. Ломаю, ломаю, ломаю. Реально сломали стену или как? Походу. Ну я вбил в нее просто две обоймы практически. Контест, 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 контест. Выслушайте минут. Контест, хорош. Думпин сзади? Развал по фактам. Не, может мы и сломались. Он на топе походу сидит. Где Блэкстар? Да не, по-любому сломали. Я пошел. Я пошел. Я с бастионом стою здесь на Пайладе, а вы там разберетесь. Не вижу, пофиг. Ты нашел? Да, ты нашел. Да. Убьешь? Я бегу. Мас. Найс. Это минус время для них. Займем как топ. Как и в книге он был обуссан. Спасаешь щит? Где они? Слева, они уже слева, они уже слева. Но... Они могут ТП слева на стенку поставить. Может я быть, просто, может быть не ждут не как раз таки. Надо это смотреть. Но они не проходят пока. Ставлю бонго. ТП к нам, ТП к нам, отходим. Дум ультанул. Рейн лол. Дум ловы. Сзади. Мини-диму, мини-диму. Два в два. Три в два. Симка. Да, Сима, 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 Сима. Убил. Четыре в два. Ульту мой отменил. Вы выигрываете. Рейна от меня. Чё, да, давай, давим Рейна. Не уйдет. Мэра лавая ушла. Телепорт еще. Ломайте. Не уйдет. Мэра добьёть. Добить. Где она? Она ушла. Она внутрь. Я убью, я убью, я убью. Так, так, всё. Баб, ты чё первым номером? Баб, чё первым номером играешь? Не знаю. Открыли. Да, действительно. У вас минус баб. Один, я сейчас прибегу. Жбан получишь от видовки? Поймешь. А я нет. Номером играть. Не, они могут треску пикнуть, короче, такое было. Помню, в первой игре там. Щит, поставь ему. Ну, не они, а другие ребята. Где они? Могут опять слева проходить, не знаю. Или справа, так. Справа. Да, справа, справа, справа. А что они справа решили сделать? Вообще бессмысленно практически, они вот сюда поставят и пройдут к нам. Они на лодку собираются, наверное. Да, лев, они здесь, лев, они лев, здесь. Встали. Лови диву, лови диву. Они ловые. Пол. Они грузу идут. Ну не пусть не идут, они я в спину сдам. Они пейлот, они пейлот. Давай, здесь просто. Думаю, можно. Биг бургер, типа этот. Блэкстар бургер. Земьяк? Да ничего, ничего, ничего. Ебать. Ебать, дурус, ебать. Мойро опять. 3 секунд контест будет у них. У нас только бастион ульта осталось. Ничего, может отсюда их попробовать пострелять. Если вы сейчас быстро щиты разломаете, я пока... Да-да-да, просто фокус. Я думаю, видишь, когда мы увидим их, тогда сразу ставь бомбу. Окей? Можешь прям в ТПМ потом закинуть. Бонго, 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 бонго. Уже есть. Бонго, бонго ставь. Дай бонго. Нету. Можешь закидывать их, баст. А, нет. Стенка. Отходим, 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 отходим. А я встанем. Они тащат, да, сюда, 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 сюда! Да. Ну мы не успели было просто. Ничего Симка одну. Просто страшного. Уходим назад. Дадим им потренить третью точку. Уходим мерк. Все же им тоже вот. Нужны заготовки, так что. Не, вообще вот это неплохо. Мне мой. Они ставить. Ульту сдали в меня или что? Че, ребят, собирайтесь. Дальше не идем, Марк. Дальше не идем, Марк. Ну ты сейчас опять жбан получишь. Все вышли раньше. Ничего, никто там. Лучше остался. Биты сдавались уже. Сдавали. Могли новые докопиться к этому файту. Рейн справа. Раз, два, три. Бонга. Дум справа. Райна. Фокус. Дом. Я... О, найс. Я в него хау не попал. С этим лучше не ставить одновременно. Лучше по отдельности ставьте. Надо вот этот угол держать, эту платформу. У меня визор будет. Или близко. Убил. Просто, ребят, тоже смотрите за... Сейчас опять C9 могут сделать. Нет, сейчас не будет. А эти слева все. Они наверх идут, наверх идут. Мерка, подбустишь меня под визор, скоро будет. Чуть-чуть глубже бастика отойди. Они, возможно, через... Слева, слева, слева. Нету бомбы. Диволовые.
Big slam, о. Найс. Снимет, 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 не резай, не резай, не резай, просто сами, сами. Все ловы. Куча ультов. Солдат не вижу. А визора нет. Миллиард ультов просто. Ладно. Или бастион, да, пора было свечить, но. Да, нет, нет, надо было нами задавили, но... типа, что я они думаю, прожили. Проблема была? Надо нет, было... просто когда они ротейтились налево, можно было глубже встать. Нам нельзя просто им давать сближаться. А так как мы там стояли, мы просто дали им зайти. Да, это вот эта вот ошибка была. Так, ребят, я вылетел? Или мы закончили? Пока ты в игре. Ну, я вылетел, просто говорю. Если начнете, я говорю, что... Ну, время добавим. Как там пауза в этом пустим дневном видео? Я устал. А мы играем, пока кто-то не устанет. Ну, вообще 2 часа. Я устал. Ок. Что по картам хотим? Ну, это вообще изи как-то получается. Ну, изи не изи, но, по крайней мере, мы с играми все равно должны тренировать. Ребята. Айхенвальд? Ну, надо бы. Айхенвальд часто пикают. Я скорее аимная Арисе тренирую. Тоже полезная помню, вещь. Точно пишется, вроде что-то типа так. Хоуп 2.0. Он пишется German map, там кто там, Reinhardt from. Мне кажется, я последняя. Только там еще Е надо написать. Вальде, Ахенвальде, ну окей. Я и смотрю, что-то некрасиво слово смотрится. Я вернулся. На Эхенвале, типа, можно через в атаке, через Мейси метро сыграть ТП-шку. Но они так сделают. Они так сделают. Вероятно, у них же Мейсим. Тогда, время если практически они собираются так делать. Ну, атаке... Я могу фару пикнуть тогда. Да, и скинуть их Ешку. Я просто предлагаю сделать так, чтобы их фронтлайн стал бэклайном. И для этого я сейчас вам кое-что расскажу. Так они ж просто на поинт зайдут сразу. А, погоди, нам еще дожить надо до обороны. Ну да, но я что-то не понял. Они просто займут поинт и все, им пофиг. Кажется, они сейчас будут играть через мэй просто. Мы просто так же можем через спам играть. Слушай, ну может два щита давай сыграем. Зачем здесь два щита? Нет. Ты иди. Пусть танки поработают. Я тут здесь ничего не сделаю. Мы в любом случае, вот чок там долбиться будет. Мы Ахенвальд вряд ли в два счета играть будем, да, только если не через Райн Сигму. Через Райн Сигму еще имеет смысл. Потому что это спам хороший. А так как у нас спам комп, то Сигма идеальный вариант для спама. Даже лучше, чем Дива. Плюс у него также есть матрица, как у Дива, можно сказать. Да. Все равно, она такая себе. Ты мне все равно матрицы никак не засейвишь от Броула. А так хоть меня подминишь, когда я сдохну. Ну и со мной закомбишь. Мне бабоска так рассказывал тоже. Че, готовы? Да. Че, тогда может через ХГ что ли выйти? Чтоб спам не словить. Можно. Я всегда здесь выхожу. Гениальные красавчики любят вот здесь вот в углу сидеть. Так, ну спама не было. Дальше. Да, они что-то. Мэй. А, все. Тогда погодите, идем через вот этот чоук. Дива половина. Раз, Дива два, ловая. Три, выходим все. Кушаем Диву. Дива лоу. Минус идем, Дива. Идем. Рейн без щита, Рейн лоу. Райн ловый. Они без лампы. Лампа минус. Райн убить, Райн убил. Мэй лоу. Я тебя ставлю. Смотри слева. Три лоу справа. Убили? У них Дива странно сейчас играла. Еще раз постараюсь. Она слева? Я на топ. Вероятно, да. На топ пойду. Напомню, Дива здесь. Да. Она ушла. Половина. Я предлагаю на ХГ. Ко мне идут. Ок.
Ну они... Жди там, Мак. Я жду. Пошли все. А, Мак, они... Я здесь подожду, Хэнун, если что, сдам. Я за Рейном иду. Да, надо. А ты хочешь? Они дропнулись. Три нет флешки. Давайте, я могу Хэнун сдать. Нет, не могу, все, пофиг. Дяди Лили. Они без одного саппорта. Я умираю. Мейлоу. Все, довозим. Ну вообще зря мы дали. Мейлоу. Мейм можно забрать. Не уйду. По-моему, я сделал что-то. Нет, у меня просто с вражескими мейками разговор короткий. Это просто дисреспект был какой-то. Не, а чё бы не постагерить её, просто вопрос. Колодец, скорее всего, сойдёт. Да, со мной. Я соло сдаю. Так, о, спам, ребята, они фидят. Прям как Марк. Дайте не будем говорить. Дива на мне топа выгнала. А у них Райан спрыгнул? Нет. Нет. Я ухожу просто. Замерз. Всё, ребята, они слили ульту. Они сдали ульту Мэй, и что они ещё сдали? Чё побольше? Ничего не сдавали. Драконов надо было чуть пораньше дать на мосту. Да не надо. А, у нас комбинация нет. А, у нас нет ничем дракона комбить. У тебя есть чем комбить драконы, и это с флаксом. После флакса просто они все будут немобильны. Знаешь, давайте когда запушим и дальше будем. Просто пошли в касл, пошли, ребята. Нам нужно здесь принимать бой. Минус стенка, найс. Просто пропушим их сейчас. Я передумал. Их минус Батист. Минус Райан. Давай. Меха вниз уехала. Мейка лоу внизу. Лусио, на меня. Макри. Я с хп. Макри ловый. Как так? Меня Мэй убила. Регрупп, ребят. А вы одновременно еще убили? Да. Понимаю. Че, сейчас, ребят, собираемся. Сейчас опять касл пробуем. Давай, Биг Слэм. Тебя впереди Big Slam? Меня не выходите, сейчас маслин условия. Давай. Идем. Быстрее. Они уже смотрят. И что? Ну просто сказать, так что стенка сейчас будет. Вот. Кстати, Дива лоу. Мейку. Все, хорош. Лампу. Макриловый. Рен минус, Люсио. Взям пейл, да. Мы здесь, можем жать и эту. Я пошел в крышу. Я никого не вижу. А, нет, больше не делят. С другой стороны тоже. Ты здесь, Марк, лови, а мы здесь ловим. Они здесь. Майка без головы. Майка во вход идет. Рен без щита. Рен без щита. Лампа минус, Макри отделился. Макри справа. Не смог зафлешить. Мэй тут одна сзади нас. Нас. Сзади, ШКГ справа. Не, ну неплохо. Убейте, спасибо вам. Колодец есть. Да не, мы с спамом играем, так что считай, что нам не надо. Крякаем щит Райна и считаем его в ажуре. Мы под дискордом половина. Аккуратно. Рейн без щита. Макри половина. Тебя закрыли, стенку. Хорошо. Не выходи назад. Щита нет. Бладшот. Дива на мне, Дива спина, за тобой, Сигма. Дива на топе, спина бьет вас. Найс. Так, у нас на Ханзова, Дива. Нам нужен регрупп и заход. Сейчас, я спасу Дива. Забайт. Сигма. Стену. Ходи. Райан половина.
уходим, 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 уходим. Макри просто налево, Макри просто иди налево. Давайте. Я могу хайну спину сдать. И я им дракона сдаю. Идем. Проходим. Это будет легче. Да? Давайте просто сейчас везем мост и спамим с него. Спамим, спамим, спамим. Мои половину. Хайну спина под лампой. Отменил. Найс. Nice. Хорош. Вообще один. Берегите. Фейл отъедет. Держите диву, держите диву. Найс. Господи, этот камень! Хорош. Эй, я залезал у нас, да? Что сложно. Мне помакай сейчас. Сейчас дальше не иди. Я тут буду стоять. Ну, крилово. Так, сейчас я щит речардж. У нас сигма есть. Да-да-да. Да? Меня отделили. Я риберу пикнул лучше. Дива лоу. Рейн почти без щита. Рейн и так без щита. Рейн скоро. Мейки, вы мейки даете просто и агрессировать очень часто. А что если мы возьмем крип против мэй? Просто мэй агрессирует? Так, я не могу. Так, я так, просто так, не пробиваю. По-моему, дива постоянно меня жрет. А, хотя по мосту мы выигрываем по спаму, так что давайте идем по мосту. Нам наоборот надо их выспамливать подальше. Но сейчас надо тачить. А где они? Blizzard, они Blizzard сдавали. Погоди, а где никого... Райн? Я Райна не вижу. Нет, все хорошо, все хорошо, Райн здесь. Меня опять мои морозили. Райн половину. Райн лоу. Старайтесь вынести мейку, ребят, первый. Да у меня перед лицом просто и Райн, и Дива, я... Она во время того, как дает стенку, она первая выскакивает. Следовательно, мне нужно, чтобы рядом со мной прям притык стоял кто-то один. И лучше бы, чтобы это был кто-то из депосов, который может ее просто покормить свинцом. Что нам делать? Чем пикаем? Рейн Сигма также? Может, да, так же? Да, пара, это неплохо было. Просто спамим, да. Но смотри, если сейчас они будут делать телепорт через Maywall, то я бы просто предпочел бы их подождать здесь кому-нибудь. Я буду на фаре, если что, их продамажу и пробью просто. Не, вот здесь вот просто они начнут падать лист и кину. Поскочат на точку, а просто им сразу кто-то в спину сразу вдамажит. Я могу смотри, как сделать. Если они и так делают, я тогда делаю вот так вот. Так, подиграй. Чтоб красиво было бы. Не, мне просто... Не, я постараюсь по мейну все-таки скаутить, потому что... А мне нужно, чтобы кто-то сразу узнал пик во время выхода. Так, я посмотрю, говорю уже. Хорошо, тогда я просто рядом, вот здесь вот стою. Mm-hmm. Ну тогда все, может быть, здесь рядом встанем, чтобы, если что, перейти в домик, либо же отойти на... Будем играть от вот этого угла. Я съел два кса ряда мага. Афар, ты отсюда увидишь пик? Ну, я увижу. Старайся тогда как можно четче увидеть, кто у них. Стараюсь. Я прокину, если что, фаерстрайк здесь. Знаете, было бы прикольно, если у нас был бы торп, который бы сделал бы... Если его проходит Райан, Батист Лусио не увидел. Лусио, да. Дива. Симка есть, Дива. Они будут... Слева направо ставить. Две стороны занимаем. Они за спину будут, видимо, давать. Где теперь? Слева. Три минус. Минус три дали. Райн ловый. Добейте танков, я ранен. Дива половина.
Можно стагерить, стагерить, стагерить. Не, нельзя, это скрим. Ок. Берко. Но они не свичнули только симметру. Стагерить диву можно, если она первая типа нафитила, а потом бросил команду. Я стрел! Я не стебуюсь, я реально стрел. Кто-нибудь клипуйте, это. Выходят опять налево. Вы там поаккуратнее. Я уйду. С двух сторон тогда их будем принимать во время телепорта. Слева. Попытался скинуть, не получилось. Так. Я могу их шаттером принять. ТП в поинт. Смотри, лоу. Лусио ловый. Найс. Тоже барашку не надо было сдавать. Где макры? Макры. Он же делал очень! Макры умер? Да, да. Я чисто не понимаю, что они творят. Хантер, подожди мне, пожалуйста. Я не знаю, я вам сразу скажу, я каким-то чудом остаюсь живых. Не свечу, до сих пор идут, походу. Никого не вижу. Как я без метры? А, все. Пофиг. Никого не вижу. Я вижу глазами Антона. Выходит со спавна только макры. Ладно. Мог убить, наверное. Они не выходят, у него АФК почему-то. Они думают. Нет. Они просто думают, что будем сделать. Выходят. Я попал. О. Походу они решили меня пропустить. Да, поаккуратнее, ребят, играйте. Я сейчас это уже новый шанс накоплю. Спам по рейну. Сейчас я им кину. Давай, добьем их. Там наверное. Дива, по-моему, лоу осталось, супер лоу. Рейн фу лоу был почти. Под меня, Маш. Там мы взяли, уходим. Отходим, да, нас здесь зажмут. Половина каждый. Я справа буду стоять. У нас почти 5 ультов есть. Направо уходят. Право внизу. Скаут можно? Вот он, если так. Все быстро пробежали. Все лоу. Бандит забираем, да? Все хорошо. Подрол Макри. Найс. Райн одно. Райн до сих пор ловый. Где Мерку? Стой. Майку. Помогите Рейну в поинте. Дива упала. Да, мы Диву скинули, окей, найс. Люся. На поинте. Они такие гениальные тактики пытаются отыграть. Меня колотят, если я просто не дам тачку. Какой агрессивный нигер, а. Блин. Да. Топливо не рассчитал. Дива тащить идет. А, сори, я думал выкинул из твоей ульты. Мы не разу проиграли, да, по-моему? Я думаю, да, это все, скорее всего, 8 минут осталось. Наверное, не знаю. Ну, 8 минут. Ну и прощаются. По-моему, они надолго запомнят, как они просто умирали от пинов. Просто гениальный ТП на 2 метра и такой Рейнхард поймал Лусио. Все, всем спасибо. Благодарю. Угу. У нас завтра скрим, да? А завтра вроде как типа турнир, но, кстати, проголосуйте. Меня завтра не будет. Не сможет, тебя не будет вообще никогда. Так, погодите. Да, я уеду. Вы сыграете какой-то другой турнир, что ли? Что? Нет, это воскресенье. Воскресенье 16-17. Не знаю, потому что мне надо еще с Ариса Папи же разбираться. У меня завтра вроде у них скрим. Ну, во сколько и скрим? Ну, и у них скрим обычно где-то в 20.00 по МСК. Ну, здесь днем будет, скорее всего. Ну, нет, у нас написано тоже в 20. Тоже 20.00? Да. Но у нас уже двое не могут идти. Я тоже не могу в 20. Чё за мой турик или чё у вас? Какой-то джерист, типа, да, по-моему? Турнир, да.
Ну, то есть в субботу мы не можем, получается. А в воскресенье, если 20 вечера? Я тоже нет. Ты тоже нет, ты отваливаешься. Я, может, в это время только в город приеду. Ага. А 21? Ну, я, типа, после дороги, да, поиграть в Overwatch, почему бы и нет. Окей, а кроме Дениса, остальные тоже не могут? Я могу. Я вообще по выходным могу спокойно. Я каждый день могу, после 12 сорвусь, как бы. А подожди, они смогут? У нас же, типа, другой состав зарегистрирован на этот турнир. Вот и я о чем. Вот и я о чем. Там нельзя добавлять, там фигня какая-то. А еще кто? А меня-то не будет, ну, либо переносить, либо рингер нужен будет. Ну это ладно, разберемся. Короче, завтра точно не получается. По крайней мере, Денис, тебя не будет, да? Завтра меня точно не будет. Воскресенье, я говорю, скорее всего, вечером приду. Проголосуйте, да нет, про субботу, и там дальше разберемся. Все, всем спасибо, всем пока. Да, давай. Пока. Пока.